Сегодня нашей стране исполняется 30 лет. В масштабах всемирной истории этот отрезок времени совсем небольшой. Но за эти годы Казахстан предъявил как всему миру, так и будущим поколениям поистине величественный результат создания независимой страны. Наша молодая страна полна сил, и мы смело продолжаем двигаться вперед, покоряя все новые вершины. На сегодняшний день экономика Казахстана устойчиво укрепилась на всемирной траектории других стран. Сформирована современная система государственных институтов. Укреплен международный авторитет нашей страны внешней политикой и доказано право на региональное лидерство. Независимый Казахстан миновал два мировых кризиса, без ощутимых потерь доказав свою прочность и состоятельность. Так наша республика вошла в число 50 самых конкурентоспособных стран мира. Проведя конституционную реформу, мы двигаемся приоритетами следующих экономических преобразований, развивая общественное сознание по программе «Рухани Жангон». Целостный процесс обновления и развития нашей страны, в основе которых фундаментальные принципы нашей новейшей истории. И сегодня можно с уверенностью сказать, что независимый Казахстан возродился на руинах советской административно-командной экономики. Мы были близки к экономической катастрофе, грозившей уничтожить только пробившиеся ростки суверенитета. Государство бросило все силы на реанимацию экономики страны и выиграло эту историческую битву. Межнациональный мир и согласие – наше общее завоевание и великая ценность, во многом определяющая общественную жизнь страны и ход ее новейшей истории. Великая история рождает великое будущее. Нурсултан Назарбаев.